мы регулярно проводим, то есть раз в квартал проводим конкурсы на определение управляющей компании. Где этот дом включаем, ну, желающих сказать среди управляющей компании под взять его на управление нет. Вот. Ну, вопрос крыши сейчас надо приводить обследование, составлять, скажем так, локально-сметный расчет, сколько это будет по средствам, и думать, где взять эти средства, ну, получается, с бюджета города Канска, потому что там находятся 4 муниципальных квартиры. Надо в любом случае ремонт проводить, пока надо определить источники, за счет которых мы можем это сделать. Вы понимаете, что уже как бы год движется к окончанию, и бюджетные средства, они уже распланированы. И сейчас любые передвижки, надо понимать, откуда мы их возьмем, кого мы, скажем так, не сделаем где-то что-то, да, кого передвинем.